На ремонте вот такая батарея Zanussi с ручным управлением. Не работает. Причем не работает, ну, должна загореться, подключен в розетку. Должна загореться лампочка и, по сути дела, не реагирует. Вот здесь выключено. И при переключении тут как начинаю тянуть, подключается. Что-то пытается в каких-то ситуациях сработать, но не включается. Ну, где-то нет контакта. Сейчас будем смотреть, где. Нужно разбирать. Для того, чтобы разобрать, снять вот эту переднюю панель, нужно. Как? Я еще не придумал. Ну, сейчас буду смотреть. Там есть внизу, по-моему, винтики. Если посмотреть снизу, вот есть винтики. Их откручиваем. И, наверное, крышка должна как-то вот так выняться. И посмотрим, что внутри. Почему нет контакта. Будем искать контакт. Ну что же, я хочу показать, что кроме тех нижних винтиков есть еще два верхних. Вот они сюда вкручиваются. Но тут есть специальная пломба, которую никак не обойти. Она вот на таких ножках, которые фиксатор расходится внутри, и его никак не поднять. Поэтому я пошел таким способом, что здесь просверлил два отверстия как раз напротив винтиков и открутил, вот оно так открутилось, и смог снять отсюда. Иначе оно просто отломается и на место уже не поставится. Это такая пломба, все будут видеть, что вы здесь что-то сделали. Значит, я сначала подумал, что дело все-таки вот в этом переключателе. Даже его разобрал, почистил контакты. Ну, просто так мне показалось, а не проверил. На самом деле нет. Значит, смотрите, вот вход 220 вольт. Вот кабель здесь входит. Вот, голубой и розовый. Розовый идет сначала на терморегулятор, с терморегулятора вот сюда. И здесь контакты, в принципе, хорошие. А вот синий идет сначала на вот этот блок непонятный. Потом прозвонил, вот здесь нормально, все звонится. Потом отсюда идет на еще один термопредохранитель. И отсюда возвращается вот сюда, вот на это, с этого провода приходит, а возвращается вот сюда. И потом уже отсюда идет куда-то идет. Ну, и вот здесь вот контакта нет. Если я замыкаю здесь, сейчас включил этот выключатель, если я вот замыкаю, то начинает гореть, и здесь конкретное питание идет на, даже дугу тянет. Этот термопредохранитель вышел из строя. Это термореле. Он отключается, потом снова восстанавливается. Термореле под замену, и все. Поэтому вот такая ситуация. Вышло из строя термореле. Как только, ну, сейчас я его включу и подожду. По идее, должно нагреться тен, нагреться масло.
И все будет в порядке. Термопредохранитель недорого стоит, под замену меняем, собираем в обратной последовательности, и все, батарея будет исправна. Подписывайтесь на канал, это несложно.